Умные каникулы – это не учебные занятия в школе. Ребенок не сидит за партой, не делает домашнее задание. Вместо этого он посещает экскурсии, занимается спортом и творчеством. Пока родители на работе, дети в школе заняты интересным и полезным делом. Дети во время каникул, тогда, когда у них нет уроков, когда у них нет дополнительной нагрузки, могут посвятить время каким-то интересным вещам, исследовательской деятельности, различным творческим направлениям. Многие школы выкладывали свои заметки о том, как прошли умные каникулы в соцсетях. Это школа поселка Приморский, школа села Безверхово, школа номер 2 поселка Славянка активно принимала участие, школа Андреевки, школа поселка Зарубина. Поскольку во время осенних каникул в России отмечали День народного единства, в школах были проведены тематические игры и классные часы. Ребята многое узнали об истории праздника и о родной стране. Кроме того, школьники приняли участие и в патриотических акциях, рисовали рисунки и писали письма бойцам специальной военной операции. Цель проведения умных каникул – это все-таки повышение качества образования. Ну и второе, это чтобы дети, которые не уезжают, все-таки весь день, когда дети предоставлены сами себе, тоже не есть хорошо. Поэтому и безопасность детей, ну, в том числе, была у нас в приоритете для того, чтобы дети какое-то время были заняты, ну и с пользой использовали свое свободное время. Умные каникулы – это возможность пообщаться, познакомиться, узнать много нового, ну и, конечно же, провести время с пользой. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.